Лекция «Действия при похищении». Как только с вами связались похитители, вы незамедлительно начинаете строить имю в гараже СФПД. С полным боекомплектом. Форма SWAT, если доступна по должности. Тейзера. Набор объект. Вертолет от каждого имью. Назначить двух переговорщиков. Переговорщиками нельзя назначить шефа полиции и их заместителей. Шерифов тоже касается. А также директор и замдиректора ФБР. Вызвать также карету МЗ. Пока МЮ строится, вы даете задание переговорщикам съездить в банк и снять деньги, или же связаться с директором ЦБ, или же губернатором. Пополнить все вертолеты сотрудниками МЮ с тейзерами. Как только место встречи было назначено, выдвинуть МЮ на место, но не приближаться к месту встречи, дабы не сорвать похищение. Как только деньги были переданы и у вас в руках оказался похищаемый, то отдаете команду вертолетам преследовать кейс с деньгами. Вертолетам отдать команду координировать наземные группы, дабы перехватить кейсы похитителей. Если похититель на вертолете, то организовать воздушный перехват. Оказывать похищаемому первую помощь. Допросить похитителей. Составить кейс на похитителей. Вопросы есть? Нет. Нет. Лекция окончена на этом.